Всем привет, с вами Арсений, магазин ТОКЭП и видеообзор столика для лодки ПВХ трансформера номер 19. В принципе, это модель столика номер 12, но на нем добавились по периметру бортики. О них просили многие покупатели, клиенты наши, и мы решили сделать новую модельку. Столик у нас идет из ламинированной влагостойкой фанеры. Торцы все пройдены акватексом, защищая от разбухания и прочего. Размеры столика у нас получается 40 сантиметров на 20 сантиметров верхняя столешница. И такая же столешница у нас поднимается сбоку. В комплектации у нас идут два держателя для спиннингов, которые устанавливаются с двух сторон. Вот. И прикручиваются к ножке саморезами, которые идут уже в комплектации. Также в комплектации у нас идет планка фиксации столика на электрос. Также как устанавливается она снизу на столешницу в необходимом месте для того, чтобы столик стоял ровно. То есть примеряете столик, замечаете, как устанавливается у нас фиксирующая планка, и прикручиваете ее по центру столика. Итак, еще немножко о размерах столика. Высота столика у нас внутри 20 сантиметров, ширина до газлифта рабочая у нас также 20 сантиметров. Глубина вот этой полочки до крышки 9 сантиметров. То есть стандартный аккумулятор вот сюда свободно помещается. Еще что можно сказать по поводу этого столика. Многие скажут, что газлифт слабенький. Вот. Но хочу вас заверить, что даже если поставить полную бутылку воды на него, полтора литровую, полтора килограмма, она совершенно спокойно его выдерживает. Понравился столик, заказывайте у нас на сайте, ссылку найдете в описании или в конце видео. Подписывайтесь на наш канал, если хотите следить за новостями и новыми моделями столиков и других товаров. Понравилось видео и столик, ставьте, не забывайте ставить лайки. Рекомендую.